Татьяна Гузенко в медицине уже 40 лет. Стать врачом мечтала с детства, рассказывает, как еще девчонкой бегала по двору и делала мальчишкам прививки, понарошку используя вместо шприца гвозди. В осознанном возрасте выбрала самое сложное направление в медицине – онкологию. О своем решении ни разу не пожалела. Медицина – это такая наука, это такое искусство, которое не стоит на месте, которое постоянно развивается. И самое интересное, что ты вместе с ней идешь вперед, вместе с ней постоянно учишься. И приятно, когда ты и через 40 лет есть желание что-то осваивать, отдавать это людям. В канун Дня медицинского работника Татьяну и еще 50 врачей с праздником поздравили депутаты Губернской думы. Общественники поблагодарили медиков за нелегкий труд во время пандемии. Депутатским корпусом в очередной раз мы высказываем слова благодарности людям, стоящим на передовой. В этой схватке, и мы как могли пытались тоже подставить им плечо. В разгар пандемии депутаты областного парламента записались в волонтеры. Они доставляли больным продукты и лекарства, а также подвозили врачей. Мария Левина, Константин Головин. События.